Я приветствую всех. В этом коротком видео я хотел сегодня рассказать о нашей школе, о программе нашей школы. Нам присылают много вопросов по программе обучения, и я коротко пройдусь по обучению. Итак, занятия длятся 30 дней, один месяц. После этого один месяц практики. Программа распределена на 7 модулей. Плюс 8-й модуль, это будет уже в процессе практики, одномесячные, то есть вам придется выполнять самостоятельные задачи. Если у вас возникают какие-то вопросы, мы по-любому на все вопросы отвечаем, даем вам необходимые техники, если у вас какие-то сложности. На первом модуле у нас знакомство, я объясняю программу, объясняю разницу между медитацией, самогипнозом, гипнозом и гипнозом через слипера-контактера. После этого у вас будет одно погружение. Также мы дадим вам техники дыхания для того, чтобы достичь состояния безмыслия. Это очень важно в нашей работе. Идет медитация. После этого у вас будет еще одно домашнее задание. Это по первому модулю. На втором модуле мы начинаем обучение о связи с куратором, связь с Высшим Я, общую информацию даем, связь с ушедшими душами, применение гипноза, самогипноза и регрессивного гипноза со своим партнером. Мы объясняем о связи с ушедшими душами, рассказываем, как самостоятельно себя чистить, проработка негативных программ, когда что-то раздражает, а также о материализации намерения и о возможностях дальнейших, например, путешествия в прошлое через хроники Акаши или лечение себя и родственников. Это второй модуль. В третьем модуле мы начинаем уже серьезно прорабатывать блокады в самогипнозе. Самогипноз очень важен в этом моменте, и мы даем еще дополнительную первую защиту. Самогипноз, вернее, проработка блокад в самогипнозе – это такой фактор, который освобождает ваше зрение, ваше видение, яснознание, яснослышание. Если каналы забиты, они могут иметь причину того, что у вас есть какая-то блокада, какое-то ядро. Это ядро мы находим, удаляем, после этого у человека восстанавливается и зрение, и видение, и все остальное. И дополнительно мы даем первую защиту. После этого мы переходим к третьему модулю. Я коротко по ним пройдусь, потому что очень насыщенная у нас программа. Итак, в третьем модуле мы прорабатываем блокады в самогипнозе, находим ядро, удаляем его. И кроме этого, мы еще рассказываем о месте силы, которая есть у каждого человека, и которую вы сможете будете в состоянии сами посещать. Хорошо, переходим к следующему этапу. Это четвертый модуль. В четвертом модуле мы уже начинаем практическую работу в парах. Мы разделим вас на пары. Пары будут очень часто меняться, практически в неделю два раза, для того, чтобы была возможность у каждого поработать с другим партнером. Это делается для того, чтобы вы почувствовали друг друга, подходите вы друг к другу, не подходите, для дальнейшей работы, совместной работы. И когда вы пройдете всех своих сокурсников, вы сразу сможете понять, с кем вам легче работать, с кем вам труднее работать. На четвертом модуле мы рассказываем, начинаем уже с процедуры боевых защит. У нас другие защиты, у нас многослойные защиты, отличаются от многих других, и они очень часто меняются. У нас эти защиты по мере развития мира интерферентов, у них тоже свои открытия, они не сидят на месте. Если сегодня вы смогли их найти, то через месяц эта практика уже вполне возможно не работает. Поэтому благодаря той возможности, которая у нас есть, получать обновления, мы будем давать уже на четвертом модуле варианты защит. Вы сможете выходить в нейтральную зону Млечного Пути и многие другие интересные вещи, как посещение своего места силы, где вы можете заправляться энергиями, это родное только ваше место. И очень многие другие интересные вещи. Итак, это был четвертый модуль. Переходим к пятому модулю. В пятом модуле вы уже будете в состоянии, получив техники и техники защит, выходить в хроники Акаши
И у вас будет домашнее задание, просмотр прошлой жизни. Как работают хроники Акаши, у нас на сеансах есть видео. По желанию клиентов, сейчас мы можем хроники Акаши практически в нашей комнате диагностики получать информацию напрямую оттуда. Но вам придется, так сказать, находить это место, и мы научим, как это делать, покажем вам все защиты, все ошибки, которые случаются на этом этапе. Хроники Акаши – очень важный момент. Там это наша библиотека жизни, и там записаны все наши жизни, которые у нас были. Переходим к шестому модулю. Шестой модуль, он предпоследний модуль. Это будет встреча с Высшим Я. Это будет, опять же, посещение хроник Акаш, просмотр прошлых жизней и построение комнаты диагностики. Мы научим, как строить комнату диагностики, в которой мы работаем. Это защищенное пространство. Оно находится на очень высоком уровне, и именно там мы работаем. Шестой модуль очень важный. Все, кто пройдут шесть модулей, те переходят на седьмой модуль. Как я и сказал, у нас будет домашнее задание, мы ставим оценки, мы проверяем все. Все ваши сеансы вы выставляете в нашей группе в Скайпе, мы их проверяем, даем вам оценку. Каждый в отдельности. Вера дает свою оценку, я даю свою оценку на все ваши сеансы. Домашних заданий будет действительно после каждого сеанса много. И причем вам надо будет это со временем делать и как гипнолог, и как слипер. Это уже шестой модуль. Те, кто шестой модуль пройдут, пока его все до сегодняшнего дня прошли, более-менее успешно, но с практикой, так сказать, это основа. Итак, все, кто проходит шестой модуль, попадают на последний, седьмой модуль. Седьмой модуль – это самое важное, это именно то, что мы делаем при чистках людей. Это находим клиента, опознаем его. У нас специальные защиты есть для того, чтобы спускаться в матрицу Земли и подниматься. Как поднимать клиента, как диагностировать, как находить всех сущностей, которые находятся в его биополе, как видеть болезни, как лечить и так далее. Это все будет уже на седьмом модуле. Вы будете в состоянии на седьмом модуле уже действительно проводить чистку. Чистка на седьмом модуле, сначала вы друг друга чистите, после этого у нас выпускной. Это как раз четвертая неделя, и после этого месяц практики, за которую на этой практике вы должны обязательно будете почистить своих знакомых, друзей, родственников, родителей, все, кто дадут вам разрешение. Это очень важный фактор. Мы работаем экологично, мы не работаем без разрешения. У нас совсем другие цели. Мы не информационный канал, мы именно те практики, которые лечат, вытаскивают сущности и открывают людям дорогу в новую жизнь. Это коротко по всем модулям. Кроме того, все выпускники нашей школы добавляются в общий чат. И в этот чат мы постоянно, регулярно с Верой скидываем все наши последние обновления, апдейты. Это очень важная информация, потому что вся информация меняется в течение 2-3 недель. То, что действовало месяц назад, уже нет никакой гарантии, что через месяц она будет действовать. Если ваши защиты вас защищали месяц назад, уже нет никакой гарантии, что они смогут защищать вас в будущем. Потому что все развивается, интерференты развиваются, мы развиваемся, мы находим их подключки, они пытаются их спрятать, а мы их все равно находим. В этом и есть та изюминка нашей школы, именно тот процент нахождения интерферентов и раскрытия ситуации, и понимания для клиента, что, как ему нужно изменить в своей жизни для того, чтобы он мог жить долго, счастливо и быть здоровым. В двух словах о нашей школе. Это очень коротко, конечно. Каждый наш урок длится около 3 часов. Поэтому это будет 2 раза в неделю, это 6 часов только видео в живом эфире будет. Вы можете все вопросы свои задавать, все свои знания мы вам передадим на том этапе, на котором вы сможете эти знания принять. У каждого свой есть допуск и так далее. Мы принимаем в нашу школу только тех, кто проходил у нас чистки или встречи с кураторами, потому что мы хотим знать, кому мы передаем эти знания, и для нас очень важно, чтобы случайные люди не попали в эту школу. На сегодняшний момент у нас 80% замечательных выпускников, 20%, ну так везде, уходят в другом направлении, ищут там свои правды, свои знания. Вот, мы даем знания те, которые действительно действуют и действуют в реальном времени.
Это все по нашей школе. Желаю всем хорошего настроения и ждем наших учеников, всех, кто почувствовал, что эти знания для него и понимает то, что мы делаем, понимает важность этой работы и желает продолжать после окончания школы работать в этом направлении, помогать людям, очищая их от сущности, леча их на астральном плане. Это к нам. Добро пожаловать. Всем хорошего вечера.